радио Минск. Объясните. Еще в дополнение к нашему рассказу нам слушатель написал Юрий. Потому что, ну, видимо, человек бывал в музее Мадам Тюссо в Лондоне и говорит, а подземный город, вот где на специальном вагончике можно перемещаться, дух Лондона называется. Дело в том, что да, мы читали, мы не знали просто, что действительно это в Лондоне находится, потому что если смотришь, ну, с Google карты, музей такой небольшой, ну, метров там 200 с лишним на метров 50 максимум, ну, он такой неровной формы. Оказывается, это все под землей находится, говорит, что есть, вот, и довольно интересно, там даже в окнах людей видно, ну, вот, что они каждый чем-то занимается, то есть довольно интересно еще дополнение такое к музею, один из залов. Скажем так, и причем довольно большой, если на вагончике катаются. Спасибо за дополнение, а теперь рубрика объяснительная. У нас есть, помимо сувенира с логотипом лучшей радиостанции, не побоюсь этого слова, Мира. Мира. Мира, да. Это радио Минск, если кто не понял. Да, мы так сказали. Да. И есть у нас пригласительный в Белорусский государственный академический музыкальный театр на балет. Вишневый сад. Ну, я надеюсь, что вишневый. Ну, вишневый, потому что все называют вишневый. Ну, можно, конечно, был вишневый. Бы пирог, да, вот. Если бы мы так рассказывали. Да. А ну, сад вишневый. Пусть будет вишневый сад. 22 февраля, уже в этот четверг, то бишь, завтра. Там же деревья в саду, правильно, растут? Ну, вишни, деревья растут. А я не знаю, это же балет. Ну да. Деревья мешают танцевать. В общем, вы сходите, сами все увидите, о чем будем рассказывать. Тем более, мы-то не ходили. Нам, кстати, не будет такого счастья. Сейчас наши друзья из МЧС будут объяснять слово. Минское МЧС. Объяснять слово, которое мы им попросили, загадали, попросили объяснить. Интересно. Вот. Такое, имеющее отношение к их работе, но, возможно, они синонимы будут объяснять. И они, кстати, обещали еще на будущее, вот рубрики объяснительные, еще подарки вам дадут нашим слушателям. Но сейчас мы пока не успели, мы вчера виделись, а на будущее розыгрыши будут подарки от них. Но пока просто вишневый сад, мускомедия и слово, которое будут объяснять нам друзья из МЧС, как только поняли, что это за слово, на номер 9240. В виде СМС его отправляйте, потому что под конец все поймут, что это за слово. Чем раньше, тем больше шансов получить подарок. Ну и тем больше шансов ошибиться. Такая интрига. Потому что сначала мы от общего переходим потом к частному. Слушаем внимательно и отправляем смс-сообщение на короткий номер 9240. Нет хороших ассоциаций, только неплохие. Длинный кусок арматуры. Это приспособление часто используют рыбаки для извлечения рыбы. Вещь, которая приспособлена помогать нам. Есть такой город в Индонезии на острове Ява. С одного края немножечко закручен, можно подцепить им. Чем-то, может, напоминает крючок для вязания, но в больших размерах. Является рифмой к слову топор, друг лома, но с крюком. С кем дружит лом? С капитаном Врунгелем. Это раз. А вот тот, кто еще и город на острове Ява, на номер 9240. Ждем ваше сообщение. Ну, а через 7 минут узнаем, кто прислал первому правильный ответ. Радио Минск. Объяснительно. Объяснительное заканчивается подведением итогов. Мы спрашивали у вас, какое же слово описывали наши друзья из МЧС, ну вот, имеющие отношение к их профессии. Очень интересные наши друзья. У них музей такой? Да, у них музей. Как Мадам Тюссо, только лучше. Потому лучше. Что ближе и... Может... И залов меньше. Да. Еще на обед подземного успеть. Города нет. Да. Угу. Так вот. Слово это было «багор». «Багор». Еще было такое, я, ну, это стихотворение, я помню, «зацепился багром за сучок и за собой бревно поволок». Это Дед Мазай, когда вылавливал зайцев. Он же тоже спасателем был в свое время. Зайцы просто с бревна... А где у зайцев сучок? Не-не-не, они на бревне плыли. А они все не помещались в лодку. Ситуация такая. И он берет, цепляет багром, и как бы прицеп к лодке получился такой. Ах ты! Хотя мог бы и мог оставить, бы, да. Но мы ставим классику в покое. Но сейчас послушаем еще раз объяснение от сотрудников МЧС, как они рассказывали про багор своими словами, а потом назовем номер человека, который первым правильно ответил. Нет хороших ассоциаций, только неплохие. Длинный кусок арматуры.
Это приспособление часто используют рыбаки для извлечения рыбы. Вещь, которая приспособлена помогать нам. Есть такой город в Индонезии на острове Ява. С одного края немножечко закручен, можно подцепить им. Чем-то, может, напоминает крючок для вязания, но в больших размерах. Является рифмой к слову «топор», «друг лома», но с крюком. Вот действительно, это все «багор». Спасибо всем за ответы, правильные и были варианты. Когор даже написали. Ну вот, но в чем-то, конечно... Топор, когор, рифма. Рифма похожая. 542, именно на эти цифры заканчивается номер нашего слушателя. Мы вас поздравляем. Пригласительный в Белорусский государственный академический музыкальный театр на балет «Вишневый сад». 22 февраля он там состоится. Ваш... И сувенир от Радио Минск тоже вам достается. Сейчас расскажем, как эти сувениры забрать, то бишь совершим вам телефонный звонок, так что ждите.